И всем привет, с вами Александр Сучков, и сегодня бы я хотел вам сказать то, что вы реально меня достали, потому что, ну, ребят, ну нельзя так. Вы, короче, зачем вы мои видео баните, то есть не баните, а просто жалуетесь на них. Или один человек такой попался, подписчик, может, мой, который думает... Короче, я не даже знаю. Я даже не знаю, что он думает, но просто он жалуется на мои видео и блокирует, и как мой канал, то есть уже хотят заблокировать, потому что реально у меня уже дофига этих то, что на меня пожаловались. Я не знаю, или это один человек делает, или разные люди, потому что меня это достали, мне половину все видео уже удалили. Это можно заметить на моем канале. И, ребят, я так, наверное, продолжать не буду. Поэтому, ребят, с этого момента это, наверное, последнее мое видео на Ютубе будет. Я его вместо трейлера канала даже поставлю. В общем, ребят, я вам вот что скажу. То, что вы... решили меня, короче, с Ютуба просто удалить, чтобы моего канала не было. Ну, как бы, ребят, мне все равно, правда, ну, хотите делать, делайте, мне, честно, ребят, пофигу. Ну, в общем, ребят, с этого момента я не выкладываю видео, ни одно видео больше не будет выкладываться в YouTube, только ВКонтакте. Поэтому, потому что ВКонтакте еще за авторские права не банят. Ну, вот то, что я вам могу сказать, то, что все видео, которые у меня на канале, все мои видео, и не надо жаловаться в YouTube, то, что банили, потому что, ребят, зачем тогда снимать мне видео, зачем мне сидеть в YouTube, что-то монтировать, что-то делать, я могу вообще сегодня делать этого и не снимать видео. Потом, еще другой момент, вот тоже, мне кто-то пишет, то, что я обязан делать видео или меня забанят. Тоже есть люди, которые вообще психи, не понимают. Ну, ребят, я никому ничего не обязан, никакие видео снимать. Вот когда я захочу снять видео, тогда я сниму. А сейчас, ребят, так нельзя. То, что не надо меня банить. Ну, если хотите забанить, баньте. Мне все равно, потому что у меня канал один, у меня больше каналов нету, у меня аккаунтов нету. Забаните мой аккаунт. Не буду я сидеть в Ютубе, ничего не буду делать. Я буду просто ВКонтакте выкладывать видео и все. Мне больше, как бы, все равно как-то. Ну, в общем, вот как-то так. Вот такое, наверное, маленькое видео получится. Я вам все объяснил, потому что, ну, серьезно, не надо меня банить за мои видео, потому что они все мои, я вам могу это как-нибудь доказать. Хотя, как я докажу. Я, вот, кто-то говорил то, что все драфсы не мои, то есть рисунки вот всяких ляписов, розы и всякие другие не мои. Я написал там, в общей записи я написал в целой беседе то, что я могу вам скинуть исходники из программы Sai. Там исходники вот этих вот картинок, которые я рисую и выкладываю в Devilland Arts и в Tumblr. Я все это могу сделать, я все могу вам выложить, но, ребят, вы можете попросить, я все выложу, всякие исходники. Но, ребят, это реально видео мои, и очень дофига людей у меня воруют видео, потому что я свои видео вижу почти что на каждом канале, на который захожу. Например, ну, почти что у всех моих подписчиков мое видео. Хоть одно, но есть, наверное. Ну, почти что у всех. В общем, ребят, я не знаю, зачем вы воруете, зачем вы хотите меня забанить, зачем вы, не знаю, обзываетесь на меня. Мне все равно, я с этого момента в YouTube ничего не выкладывать не будет. Поэтому мой канал закрывается, все видео удаляются, самые лучшие видео, которые реально круто получились. Останется только видео КС-ки и всякая другая хрень, которая, ну, набрала мало просмотров. В общем, как-то так. Надо закончить это видео, потому что, ну, по-другому с вами точно нельзя. Потому что, ну, как так можно? Я для вас делаю эксперименты, я для вас видео новые делаю. Я фрагменты CS GO этого 1.6 делаю. Только для вас. Вы ничего этого понимать не хотите и все равно жалуетесь на меня. Хотя это вы воры. Вы воруете мои видео и выкладываете их на свой канал.
Ребят, делайте, короче, что хотите, мне вообще пофигу. Я ухожу, короче, с Ютуба, и с этого момента у меня на канале не будет обновляться видео, только ВКонтакте. Так что добавляйтесь ко мне ВКонтакте, друзья, там все видео. Вот там меня никто на меня еще не жалуется. В общем, ребят, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Нубас. Пишите комментарии под видео, и всем пока!